Ну, а я обращаюсь к нашим гостям. И номер 50-й, как мы видим, здесь вышел. И номер 72-й тоже вышел. Дорогие мои мужики, дорогие мои красавцы, ну не повезло. Не повезло в игре за то, что... Конечно, в любви повезет. В любви везет. Ребят, у меня есть к вам большое... Вот предложение, предложение. Может быть, это запрещенный прием, но у вас-то есть ваши любимые и родные, которые сейчас вас видят. Буквально несколько слов в адрес любимых женщин. Скажите, им будет приятно это услышать сегодня от вас, вот при многомиллионной аудитории. А куда говорить? Вот говорить, тебя покажут. Я хочу поздравить прежде всего свою маму, любимую, свою крестную, пожелать им большого-большого здоровья и всех своих любимых женщин. И вообще всех женщин. Леша, всех, давай, всех, давай, всех. Дальше, дальше ты. Я присоединяюсь к Андрею, тем более я скоро жду, через пару недель тоже ко мне приедет мама, я буду счастлив, вот, я поздравляю свою сестру. И, конечно же, всех женщин, слава богу, что они есть, ради них стоит жить. А я хочу сказать, и выигрывать. Дорогие, любимые, вы всегда прекрасны. Некрасивых женщин не бывает. Вы чудо! Только ради вас есть смысл жить на этой планете. Еще раз с праздником, и мы встретимся с вами уже 16 марта 2002 года и постараемся разыграть 11-й тираж «Щедрое лото». Всего доброго!